«Вся правда шансона». Шансон ТВ. Здравствуйте, с вами Катя Катушкина и «Вся правда шансона». «Вся правда шансона». В нашем эфире много прекрасных программ. «Мировой шансон», «Дневник», «Хит-парад «Горячая двадцатка», «Правда шансона», «На задворках Москва-Сити», «Баклуша», «ОСС», «О чем поет страна», ну и, конечно же, «Звездный пасьянс». Это большая программа «Портрет», в которой артисты рассказывают не только о творческой, но и о личной жизни. «Звездный пасьянс» появился в эфире «Шансон ТВ» в 2013 году. И более 4 лет бессменной ведущей этой программы была Катерина Голицына. Получилось так, что Катерина решила уйти. Она долго работала на «Шансон ТВ». Она очень открытый, жизнерадостный и позитивный человек. И поэтому мы решили посвятить этой замечательной артистке специальный выпуск «Правды шансона». Вся правда шансона. Смахну листок календаря, завяли чувства и сгорели на костре. Окончен бал, все было зря, но твоей игрушкой я не стану при дворе. По словам Голицыной, телеведущей на «Шансон ТВ» она стала совершенно случайно. Я пришла на «Шансон ТВ» просто. Тогда еще была студия совершенно в другом месте. Я пришла, принесла какие-то свои видеосъемки Валерию Макущенко, генеральному продюсеру телеканала. И так получилось, что в этот день не вышел на работу ведущий. Надо было срочно записать несколько информационных программ. Мне сказали: «Кать, ты хорошо говоришь, у тебя речь нормально поставлена. Ты не можешь в стиле суфлера прочитать вот несколько, там нам надо срочно записать рекламных там каких-то обвязок». Я не помню уже, о чем шла речь. Я начала читать текст в стиле суфлера, но я же не могу не вмешаться. Я, естественно, вмешалась. Я переставила фразы, я сделала это все по-другому. И каким-то образом так это всем понравилось, что сказали: «Ты не хочешь свои попробовать несколько передач сделать?» Я скажу: «Ну а что, окей», я сказала, «почему бы и нет». Я сделала несколько своих программ, тогда они назывались «Короткий разговор». И понеслось-поехало. А может, это тот мой, который ждали всю жизнь? А может, это мост рай, а все вокруг миражи? Первый выпуск программы «Звездный пасьянс» с Катериной Голицыной вышел в 2013 году. И ее первым гостем стал Анатолий Могилевский. Первый артист был Анатолий Могилевский. Очень хорошо помню этот эфир, он у нас получился очень длинным. Я еще не совсем понимала, как формулировать вопросы, что будет интересно аудитории. Я говорила больше о том, что интересовало меня. Программа получилась достаточно длинная, но, на мой взгляд, очень интересная. Ну, а дальше пошло-покатило. В числе первых гостей были Гарик Кричевский, Жека, Таисия Повалий. Потом масштаб артистов вырос вместе с масштабом программы. Ну и на тот момент, когда мы начинали эту программу, «Шансон ТВ» было 5 лет. Сейчас уже за 10. Сейчас это уже такой взрослый, сформировавшийся, очень рейтинговый, очень популярный телеканал. Я женщина на миллион. Ты, дорогой, попал, похоже. Я женщина на миллион. Ты, дорогой, но я дороже. Среди звездных гостей Катерины Голицыной были Стас Михайлов, Таисия Повалий, Иосиф Кобзон, Мария Распутина, Лолита, Михаил Шуфутинский, Александр Новиков, группа «Рики и Повери». С последними, кстати, произошел забавный случай. Когда ко мне на программу «Звездный пасьянс» пришла легендарная группа «Рики и Повери», Анжела безумно расстроилась. Она не поняла, ей переводчик не сказал, что это будет телевизионная съемка. Она думала, что она идет на радиоэфир. И она была одета в свитер, какой-то шарфик, спортивные брюки, ботинки. Вот типа того, как я сейчас сижу, да, и она безумно расстроилась, потому что она привыкла, что она всегда такой элегансьон, все там, значит, у нее там. И стоило огромных трудов мне ее уговорить, и для того, чтобы она не постеснялась войти в кадр, я просто тоже сняла, я была тоже в брючном костюме, таком элегантном, я подумала: придут итальянцы, это же брендовая одежда, это же там элитное вино, это же гурманы, эстеты в плане того, как одеваться, как накладывать макияж. И я тоже, в общем, я купила дорогущий костюм, я пришла вся одетая с иголочки, и чтобы Анжела не сильно нервничала, я все это с себя сняла, я одела
свитер, в котором я приехала, спортивные штаны, ботинки, потому что была зима и слякоть. Распотрошила свою прическу, практически стерла макияж и сказала: «Пойдем, я с тобой, подруга, навеки». И мы с ней в кадре подружились и до сих пор переписываемся, перезваниваемся и вспоминаем вот этот вот потрясающий эфир, который у нас был. Это было классно. Многие артисты, которые приходили в программу «Звездный пасьянс», спрашивали: «А когда же будет программа с Катериной Голицыной?» Про Катерину Голицыну. Нет, друзья, ну как же ведущая Катерина Голицына могла брать интервью у артистки Катерины Голицыной? Понятие некой профессиональной этики мне это сделать не позволяло. И если я скажу, что я этого не хочу, я покривлю душой. Конечно, я хочу. Конечно, я хочу выступить героем программы «Звездный пасьянс». Конечно, я хочу рассказать вам о том, что произошло за это время в моей жизни. Помимо того, что я была ведущей программы «Звездный пасьянс» и продолжала выпускать сольные альбомы, у меня много чего произошло. Так что до встречи на программе «Звездный пасьянс», где я буду уже гостьей программы, а не ведущей. А целый мир еще не знает, какая драма пропадает. Где же ты? В музыкальной среде уход Голицыной с «Шансон ТВ» вызвал много сплетен, споров и слухов. Вот как это комментирует сама артистка. Действительность такова. Я Катерина Голицына. Я очень люблю телеканал «Шансон ТВ». Я здесь со всеми дружу. Меня никто не увольнял. Я ниоткуда не увольнялась. Никто никого не подвел. Просто настало время каждому пойти своим путем. Мы остаемся в дружбе, во взаимопонимании, во взаимной любви, во взаимной симпатии, во взаимном сотрудничестве. Поэтому замолчите все, кто придумывает всякие небылицы. Ничего подобного нет. Мы очень рады, что талантливая, яркая, интересная Катерина Голицына все эти годы была одной из составляющих нашей творческой команды. Катя, спасибо. Мы вас очень любим. Я, конечно, в первую очередь очень хочу поблагодарить руководство телеканала «Шансон ТВ» за то, что меня услышали, поняли, простили и отпустили в мое новое свободное плавание. Я никого не подвела. Я надеюсь, что я сделала все от меня зависящее, чтобы корабль, который вот мы создали, который называется «Звездный пасьянс», дальше мог плыть без меня. И я выражаю огромную благодарность телеканалу «Шансон ТВ» и генеральному продюсеру, и генеральному директору, и всей бригаде нашего, моего родного телеканала за то, что у меня был такой бесценный опыт. И еще раз спасибо за понимание и спасибо за то, что отпустили и благословили. Декабристочка винная, знать такая судьба. Лишь ему буду верная, только я не раба. И ни о чем не жалею я, ни о ком не оскорблю. И его душу лелею я, потому что люблю. С вами была Катя Катушкина и «Вся правда шансона». До скорого! «Вся правда шансона».